Ну, по встрече Путина с народом по поводу прямой линии. Вы знаете, я обратил внимание только на одно, честно говоря. Вот я уже сказал, да, что был подведен итог. Да, Владимир Владимирович Путин на самом деле подвел итог своему году. Да, он прямо сказал, да, что вот, ребята, все надо успокоиться. Да, я овладел всеми рычагами власти на сегодняшний день. Да, у меня нет особой там претензий там к Чубайсу, Кудрину или еще кому-то, и к Медведеву, да. Собственно, все продолжают работать. И я еще раз говорю, да, вот что у меня в том числе и прямая линия, на самом деле ничего больше не будет. Да? Я у власти, я сижу спокойно, я со всеми договорился. В экономике все более-менее нормально. Ну, что-то мы будем делать по мелочи, придумывать. Все сидят на местах, все работают, все хорошо. Вот, собственно, отсюда мой пессимизм по поводу будущего, которое ждет нашу страну в дальнейшем.